До нынешней зимы этим маленьким жителям Янтарного приходилось ездить в детский сад соседнего поселка. В единственном дошкольном заведении банально не хватало мест. И вот он, их новый дом. Абсолютно новый, пока еще не принявший свои стены детей. Это детский сад современный, детский сад не модульный, капитальное строение. Построен по современным всем санпинам, отвечает всем требованиям, всем нормам санитарным. Значит, группы изолированы, 3 группы, от 1,5 до 7 лет у нас. Значит, будет еще ясельная группа. А еще в детском саду юным сельчанам будет максимально комфортно. Теплые полы, суперсовременный пищеблок, музыкальный класс, помещение для изучения правил дорожного движения. Это все уже ждет ребятню. Дети здесь получат достойное воспитание, набран прекрасный профессиональный коллектив. И этот детский сад был очень нужен, поскольку существовала очередность, и в том числе детей в возрасте до 3 лет. Вот этого детского сада решает эту проблему. А мы продолжаем работать и в Аксайском районе, и в Ростовской области в целом, для того, чтобы в течение короткого времени полностью ликвидировать очередность в детские дошкольные образовательные учреждения. Построен детский сад в Янтарном в рамках национального проекта «Демография». Потрачено на него больше 76 миллионов рублей. Елена Арибжанова, Владимир Савилов, Дон-24, Аксайский район.